биение складывается в два колебания 440 Гц, звучит отдельно. Тридцать сорок два практически неотличимо. А теперь становятся два колебания. Слышим пульсирующий характер. А так выглядит звуковая дорожка ролика, который сейчас только снят. По ходу действия будет понятно, что вот этот отрезок означает колебания 440 Гц, они настолько близки, что даже не виден период. А здесь 442 Гц, чуть-чуть поменьше амплитуда. Вот этот участок будет соответствовать биению двух колебаний с достаточно низкой частотой, такой, что легко наблюдать период этих колебаний. Стало 2 колебания.